В убыток работал Биробиджанский центр культуры и досуга в прошлом году. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности рассказал депутатам городской думы директор организации Сергей Рачков на совместном заседании постоянных комиссий. Напомним, в структуру МАУ ЦКД входят кинотеатр «Родина», парк культуры и отдыха, городская набережная. Выручка составила 20 миллионов 77 300 рублей за год. Расходы 21 миллион 716 700 рублей. В том числе на заработную плату с этих средств пошло 5 миллионов 875 тысяч. И убыток составил 1 миллион 639 тысяч 300 рублей. Уход в минус связан с пандемийными ограничениями работы кинотеатра, 50-процентная заполняемость зала и введение QR-кодов. На ситуацию повлияло закрытие парка для реконструкции. Возобновление работы планируется уже весной. Кроме того, Сергей Рачков рассказал о планах работы организации в 2022-м. Доходы от предпринимательской деятельности будут направлены на благоустройство территории, развитие материальной базы, повышение квалификации, повышение качества платных услуг. Будет продолжена работа по заключению договоров на сдачу в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении учреждения. Руководство муниципальной организации планирует уделить внимание расширению ассортимента услуг в перспективе сдачи помещений в аренду и сотрудничества с бизнес-сообществом. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.